Всем привет, любителям DC и не только. Очередная распаковка. Прикольные смайлики. Так, что тут такое? Теплое напоминание вам. При сборке батареи необходимо точно соединить положительными и отрицательными клеммами батареи. Если положительная и отрицательная полярность не верны, продукт сгорит и не будет работать. Мы не несем ответственность за последствия ваших ошибок при сборке. Надеемся на ваше понимание. Небольшой подарок. Спасибо за покупку. С нетерпением ждем вашей оценки заказа. Ну, главное, что предупредили, что сгорит. И это действительно так. Батареи очень мощные. И сам пауэрбанк пора менять. Вот такая вот запечатанная посылка. Ничего себе, еще и в золоте. Красное золото. Типа потяните здесь, и он откроется. Саморезики, я так понимаю, внизу. Шнурок для зарядки. О. Отвертка и еще саморезы. Ну что ж, тут все по стандарту, плюс-минус. Так. Вот тут. Что это? В общем, куча разъемов выходных. Но самое главное то, что он выдает 12 вольт. И это мне нужно будет для паяльника. Берем заранее заряженные батарейки. И, как было написано, главное не перепутать минус к минусу, плюс к плюсу. Еще парочка. Да. В темноте, конечно, ночью можно и перепутать. процентов. Ну, неплохо так для пауэрбанка. Так, это вся идея у нас закрывается. Ничего не тарахтит, это уже радует. В машине самое главное не потерять саморезы. Ну и плюс еще отверточка будет. Так, здесь всего 4 самореза надо, а у нас саморезов положили намного больше. Наверное, знает, что у меня машина любит то стрелку украсть, то еще что-нибудь вернуть, так сказать, свое. Так. Довольно-таки сильнее надо приложить усилия, чтобы закрутить. Конечно, вот это вот цыганское золото. Но тем не менее, он легче, чем десятка от Xiaomi. Такой же по мощности, и самое главное то, что он выдает напряжение для паяльника. Паяльник у меня, конечно же, с собой, но тестить сейчас я его не буду, пока только закручу и проверю.
чтобы с ним все было в порядке. Для кемпинга это самое то, для EDC, если там командировки, поездки, то очень даже неплохо. Так, что-то тут не то. Походу одно отверстие не просверлили. Вроде бы уже правильно все сделал. Отверстие. О, проделали. Ну и по режимам 86%. Долгое нажатие выключают. Включается фонарик. Ну так себе, конечно. На Type-C выход. IN-2 какой-то выход непонятный. Ну и два под USB. Поедем в поездку и попробуем.